Всем привет, друзья, с вами Дан, и сегодня будет такое нестандартное видео, хотя уже, возможно, для этого канала будет уже стандартное. Сегодня я буду снимать, почему человек устает. Видео будет не такое уже и длинное, возможно, это минуты две, ну, может, максимум там 3-4. Я не засекал время, сколько будет длиться этот текст, который я придумал. В общем, ребята, погнали! Человек устает, так как он тратит энергию. Без энергии мы не могли бы ни спать, ни читать, ни писать. В общем, да, вы меня слушаете, даже спать не смогли бы. Энергию мы получаем и в пищу. Вот почему нам хочется есть несколько раз в день. Это значит, что твое тело предсказывает, что надо получить новый запас энергии. Съев одно яблоко, ты запасешься энергию, чтобы поспать целых полчаса только одним яблоком. К сожалению, энергию нельзя увидеть, но мы можем увидеть результат этой энергии. Без энергии не ездили машины, не летали самолеты, даже бы мы не смогли выходить. Так, каждая вещь передает свой вид энергии. Например, тепловая энергия – это огонь. Велосипед – это энергия движения. Не только велосипед, конечно, еще пешеходы там. В общем, все, что движется – это энергия движения. Пища – это химическая энергия. Фонарик – световая энергия. Поезд – электрическая энергия. Ну, не только поезд, там еще, наверное, многие разные электрические приспособления, которые движутся. Барабан – звуковая энергия. Также не только барабан. Вот это для примера приводится. И там еще много-много другого есть. Но я не углублялся в эти познания. Главное знать, что человек, не поев даже вот того яблока, даже очень сложно ему будет заснуть. Мне кажется, поэтому многие люди, которые едят ночью, не могут заснуть из-за того, что желудок вообще без ничего. И, в общем, мы сами уже поняли. Да. Итак, на этом будем прощаться. С вами был Дан. Надеюсь, вам понравилось это видео. И вы не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и написать положительный комментарий, а также по возможности подписаться на канал моих спонсоров. Итак, всем пока-пока!